На отбор участников нового сезона проекта «Битва хоров» в Краснодар приезжал Олег Газманов. Он же стал наставником сложившегося коллектива. Всего выбрали 20 лучших голосов нашего региона, в числе которых и Александр Порожный, уроженец Лабинска. Александр в 2005 году закончил Лабинскую первую школу. Музыкальное образование получил в школе искусств. Его голос и исполнительский талант проявились еще в детском возрасте. После окончания школы Александр поступил в Краснодарский университет культуры. Сашин баритон и артистичность высоко оценили московские музыканты во главе с Олегом Газмановым. И теперь каждое воскресенье в прямом эфире краснодарский хор будет радовать жителей Кубани своим исполнительским мастерством и хорошими песнями. Чтобы обойти соперников из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и других регионов, ребята должны понравиться зрителям. Жители Лабинского района также могут принять участие в СМС-голосовании и поддержать Александра Порожного и всю краснодарскую команду. Татьяна Чистова, телекомпания «Лаба».